четверг в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, -2, -5 градусов днем, ночью 1-3 ниже 0, ветер южный 5-7, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег, в дневное время -2, ночью также -2 градуса, южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, продолжительный снег, днем -2, ночью 1 с минусом, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег, днем -4, ночью 3 ниже 0, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Внимание, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.